Все, мужики, концовка у нас. Денис считает звезду. Сейчас сказать вам заодно, сколько, что, какое передаточное число. Клея 70, рейк у вас 21.09. Здесь педаль, сейчас новый цилиндр ставим, главный. Тяги МТЗ, это полностью 9, но она укороченная. Сзади делаем навеску, сейчас соберем ее, потом полностью покажем. Крепление под аккумулятор. Кардан нивский задний целый. Мосты ВАЗ 2103. Тет крепление под мотор. Здесь сейчас будет стоять скрепление под руль, коробку, прям все полностью. Про звезды просили. Здесь 15, здесь 28. Рамка задняя шириной 43, передняя тоже 43. Передний метр, задний 60. Цепь толщиной вот так вот с палец. Дэн, а у тебя больше палец, нет? Да. Ну-ка померяй. Пальцы-то у всех разные. Ну все, с палец. 19-е. Так, все, сейчас собираем и по мере укомплектовки буду показывать дальше, что. А здесь что, под музыку надо делать? А вон аппарат наш стоит. Грузовик. Я придумал, как название скажу. Как? Давай. Этот бегемот с колесами от говновоза. Все, прям всем будет интересно, что за колеса и какие вот четко говновоз. Друзья, смотрите, чтобы соединить сцепление и тормоз Жигули, просто сюда вот привариваем гайку. Это шланг от сцепления. И закручиваем. Все, тормоза собрали. Заливаем жидкость. Сейчас будем прокачивать. Что, я просто откручиваю, да? А у тебя там затянуто? Я могу открутить, не держу. Ну, конечно, надо откручивать. Вот, слабее все. А с этой стороны откручен? Можно открутить. Не-не, давай по одному, а то сейчас нальем здесь. С дальнего начинать, да? С дальнего угла, с задка. А ты что-то они все трубки одинаковые. Что-то не качает ничего. Ты можешь подождать, потечет своим ходом. Давай второй откручу, и все, сейчас им кап-кап, и все. Ну, уходит, уходит. Подлей давай. Ну просто еще туда даже не закачал. Если бы закачал сразу. Возьми шланг и в себя подсоси. Я боюсь. Я боюсь. А эта гайка от чего осталась? Лишняя. Лишняя? Понятно. Ставим коробку. КПП. Коробку. КПП. КПП четырехступка классика. Оп. Тут снизу на двух шпильках, сзади на двух шпильках. Рычаг чуть-чуть согнули. Ну, кто следил, те видели. Сейчас потом ставим сцепление. Кстати, про сцепление. Давайте я ничего подробно объяснять не буду. Сейчас просто покажу. Так, просили про сцепление. Вот берется такая ступица. Opel или Ford. Единственная у них разница. Здесь вот просто подшипник. Тут, тут окантовку из трубы делаешь. Все работает. Я уже не раз, кстати, показывал. Просто, наверное, новые зрители и говорят, объясни про сцепление. Отдаем все это токарю. Ступицу. Здесь на данной конструкции шкивы стоят. От ГАЗ-66 от компрессора. И он делает вам проставку. Делает проставку на маховик. Венец здесь снят. Ставим классическое сцепление. Все, токарь делает проставку. И просто вот там 5 болтов на 5 болтов все это скручиваем. Вот эта вот часть у нас играет роль коленвала, как на машине. Вот за место коленвала, где посадочное место на маховик, здесь играет роль вот этого вот подшипника.
А эта часть одевается просто на первичный вал. И все. Как крепится подшипник, разбирать не буду. Подшипник там просто с той стороны привариваются две пластиночки. Он туда вкладывается. И все работает. Уже не первый раз делаем и не первый год. Здесь вот на вездеходе сделано все то же самое. Только девятая коробка. Там такая же ступица. И, грубо говоря, здесь только шкив под профиль Б. Так как вездеход здесь нагрузки совсем другие. А на тракторе, на обычном, шкив под профиль А. На сцепление ремни ставится такого вот размера. Вот так вот они вставляются. И чтобы заменить ремень, когда он, например, износится, то всего лишь вам надо открутить будет три болта, снять полностью сцепление и поменять ремень. Ставь. Вилочка сцепления здесь чуть-чуть укороченная, так как идет вот тут тяга. Если ее не укорачивать, то проходит прям по колесу. На некоторых моделях я делал тросовую, но тросовую не делаю, потому что, если честно, они мне не нравятся. Здесь просто тяга, болт, вечная такая вот железка. Педали здесь взяты, это от классики. Тормозная чуть-чуть переделанная, сцепление прям вот так вот просто приварено. С регулировки можно подальше, можно поближе, кому как удобней. Газовая педаль через швеллер насквозь. И тут вот с пружинкой обычный тросик. Все, поставили цепь. Натяжка цепи производится с помощью вот сюда вот подкладывания шайб. Выжимай там патрон стоит. Потом подрегулируем. Там одевай. Шубу пошли. Горячий. Все? Видно. Вот, поставили тросик, вывели на газ. Заводи. Так, про заднюю навеску тут вообще все просто. Вот эта вот часть от маятника отрезана, вторая часть стоит здесь. Рулевые классические, два куска цепи. Здесь вот это вот в строительных магазинах все продается. Также вот эта регулировка. Всего их здесь получает 4 таких и одна чуть помощнее, пятая. Тут шинка, пятерка, два подшипника прикреплены к швеллеру. Вот эта вот часть, по-моему, на 10. И сюда уже будет доп. Оборудование какой-то цепляться на болты, ставится от мотоблока, там плуг или что-то другое. А тут вот сделана цепь. Цепь и на этой части сам вот этот узел подъема. Можно его поставить сюда, но когда вы руль будете крутить, у вас будет постоянно рычаг от оставаться на этой рамке, а сиденье двигаться, может быть, будет цеплять или будет маленький рычаг. Здесь также два подшипника, обычный вал и трубка. Все, поднимаем, опускаем. Вот эти вот регулировки, но я не тракторист, не знаю, короче, надо, чтобы вот так вот что-то шаталось. Вот здесь все двигается. Также мы можем затянуть, и все это будет просто мертво. Вот, затягиваем. Все, все это мертвяк. И также благодаря им мы можем отодвинуть или вправо, или влево.
он КПК. Борода, нравится? Да. Вот он даже в машинке все садится и постоянно дергает сиденье, руль. Его всегда что-то не устраивает. Так, друзья, ну просили рамку, размер вроде сказал, так в общем показал, что к чему. Также сцепление вроде как объяснил, но если кто-то не поймет, ищите на канале, есть там много видов сцепления, я собирал, и они там есть, можете что-нибудь посмотреть. Кто не знает, сюда вот можно головку поставить на 15, прикрепить инсар. Любой, 10, 16, какой хотите. И будет все работать. Денис, давай на 4. Он играет с навесом. Что ты, крыльцо падаешь? Ну-ка, покажи, как работает навес. Блин. Ну, хорошо. Опускай. Давай на 4, тормоза проверяй. Есть тормоза? Ну все, и тормоза есть. Крылья не стали делать и капот, потому что люди какие привезли эти железки, мы с ними договорились, что это они сами себе все доделают. Спрашивали про цены. Это как маленький все играется. Спрашивали про цены, сколько будет стоить. Ничего в ближайшие 2 месяца не могу вам сказать, потому что у нас и так дел полно. И не до этих тракторов. Просто вроде как договаривались с человеком. Он где-то около года собирал железки. Вот. И только вот сейчас он их привез. Время чуть выбрали, сделали. Надо вездеход доделывать. Там у меня полноуправляемый стоит, к нему вообще даже не прикасался. Сейчас это все поразгребу и буду заниматься полноуправляемым. Все, друзья, огромное всем спасибо за просмотр. Удачи вам в ваших постройках. Вот. И вообще по жизни. Все, пока.